Привет! Сегодня хочу поделиться с тем, что я имею на своем огороде. Может, кому-то будет полезно. Так как у нас тут земля плохая, каменистая, кроме того, кругом посажена трава, так что вот я решила сделать так. Приобрела вот такие пластиковые ящички, там внизу на донышке сделали дырочки в них, отверстия. И чтобы вода не застаивалась, не скапливалась, так как у нас дожди постоянно. Вот, Маша мне сделала вот такой вот столик. Тут такие вот решеточка, чтобы вода могла уходить. Если, ну, я оставила эти вот крышечки для того, чтобы если все-таки будет вдруг жарко, то чтобы немножечко хотя бы там вода была. Вот, я посадила немножко, конечно, помидоры. Здесь будет тесно. Она вот уже начинает цвести. Я так думаю, что я освобожу немножко здесь зелень, которая у меня уже достаточно большая. Что-то уже съедим. И можно будет немного рассадить эту помидору. Такие ящички. Не нужно нагибаться. Очень удобно. И земля хорошая. И трава там не растет. Нет проблем обрабатывать. Кстати, о вилках я забыла сказать, что мне тут одна женщина посоветовала, потому что кошки ловят. Земля рыхлая, особенно когда я только посеяла траву, то очень хорошо поставить вот такие вот вилки. И вилки, как бы они острием вверх, не защищают от кошек, чтобы кошки не лазили. Я купила все-таки лимонное дерево. И вот оно такое небольшое. Надо побольше горшочек пересадить. Небольшое, но у него уже столько завязи лимона. Не знаю, успеет воспитание или капли не обсыпаться. Но очень много. Написано, что до 40 плодов за сезон может быть. Зимой надо переносить домой.